Всем привет! Хочу поделиться информацией о том, как можно использовать повторно прокладки головки блока цилиндров. Вот данный двигатель Кохлер, который оборудован вездеход Арго. При капитальном ремонте, ну, при обслуживании двигателя, проблема такая возникла, что вот эта вот прокладочка, в наличии их очень трудно найти. Только под заказ можно где-то приобрести. Ну, есть возможность использования данных прокладок повторно с использованием вот такого герметика. Медный герметик, спрей для прокладок. Что для этого необходимо сделать? Прокладка по большей части под ГБЦ состоит из 3-4 там иногда таких тоненьких прокладочек. Для начала надо эти прокладки разъединить. Для этого рассверлить вот эти две заклепочки, которые их сдерживают. Вот таким образом прокладочки у нас разделяются. Необходимо при установке, после того как мы произведем обслуживание данных прокладок, установить их в таком же порядке, как они располагались до этого на двигателе. Старые прокладки необходимо очистить от всех загрязнений. Ну, в данном случае произошло отслоение покрасочного покрова. И вот тоже с помощью стамески там, или канцелярского ножа необходимо очистить от старой краски. Ну, вот после того, как элементы прокладки были очищены от старой краски, необходимо обработать или растворителем, или обезжиривателем. Вот что у нас получилось после нанесения жидкой прокладочки. Теперь с этой стороной устанавливаем первую прокладочку. Вторая прокладка у нас прокрашена с обеих сторон. Устанавливаем вторую. И затем третий слой прокладочки. Затем устанавливаем предварительно обезжиренную проточную головку блока цилиндров. Головку протягиваем с помощью динамометрического ключа согласно данным, указанным в сервисном мануале.